хочешь сыграть в карты? С тобой? Уволь. Как насчет домино? Хватит предлагать мне игры для бабуль. Хорошо? Хорошо. Кто-нибудь зайдет в дверь и увидит меня, играющего в шашки. Это плохо для имиджа. Но ты любил играть в домино. Да, я любил много тупых вещей, бабуль. Любил мягкие игрушки, шашки, тебя. Но потом произошло невероятное. Я вырос, стал GAD. Я слишком крут для школы, бабуль. Я уверен, что твоя инвалидная коляска откажется от игры в домино. Пошел вон из моего дома! Я уж думал, ты не попросишь. Я не прошу, я приказываю! Ага, я знаю, мне уж давно твой дом не нравится, он пахнет как индийская еда, и эти химикаты... Надеюсь, ты найдешь тех, кто тебя усыновит! Главное, чтобы они не предлагали мне играть в домино! Я хотел тебе предложить сыграть в Black Ops, но ты профукал момент! Ты играешь в Black Ops? Да, немного играю. Ты играешь в видеоигры? Я вообще-то пенсионер, мудила. Все, что я могу, это лишь тратить деньги. Так, бабуль, ты должна меня пустить. Бабуль, я извиняюсь, но я ошибался. Я в тебе ошибался. Слишком поздно, но... Текст перевел Егор Масло. Озвучил Кирилл Веник. Подписывайтесь на канал и делитесь с друзьями. Всем пока.